Я приобрел это колесо в компании Electrovate, приобрел его только что, но уже у меня есть опыт использования этого колеса. С компанией Electrovate мы ездили в Китай, где она делала прекрасный тур, проехали много километров, по-моему, более 300. Первый раз в жизни встал на такое колесо, очень сильно понравилось. Мне есть чем сравнить, в моем пользовании есть M-Super 2, ему не хватает мощности. То есть, все время боишься с него упасть. Это же колесо прекрасно себя зарекомендовало. Фактически, я уверен в ее мощности и в том, что она меня не скинет с себя, как очень часто делают моноколеса. Всем рекомендую. Берите обязательно самой большой батареи. Чем больше батарейка, тем более надежен. В принципе, из-за того, что ты ходишь всегда с ручкой, вес колеса не столь важен. Не так часто поднимаешь все-таки колесо. Рекомендую, покупайте.